Какой у меня сегодня отличный день. Помимо того, что в нашей любимой Скади начался сезон скидок, мне еще дают такой вкуснейший кофе. И вы знаете, что я хочу сказать? Я никогда не думала, что доживу до того возраста, когда начну носить платья-футляры. Эльфир, добрый день. Добрый, Светлан. Что ты скажешь? Ну, платья-футляры носят в любом возрасте. В этом платье вы можете пойти и в ресторан, и на ужин куда-то, на презентации. И вы знаете, я была приятно удивлена, потому что мне предложили столько изделий моего размера. Спасибо, Эльвир. Светлан, скидки только начались, поэтому пока есть ваши размеры. Поэтому я пойду померю что-нибудь еще. Отлично. Офисный наряд – визитная карточка каждой деловой женщины. Он позволяет определить не только ее статус и социальное положение, но также способность следить за модными трендами. Успешная женщина всегда стремится к самому высокому уровню. И, несмотря на плотный график, никогда не забывает, что в первую очередь она является женщиной, которая всегда должна выглядеть стильно и привлекательно. Для этого платья взяли креп и скрученные пряжи для деловых костюмов. Поверхность ткани украшает косой рисунок с отчетливо выступающими полосами и диагоналями. Эффектное сочетание набивки и гладкой поверхности. Декоративные складки создают красивый силуэт. Платье из ткани скуба джерси с короткими цельнокроенными рукавами и съемным трикотажным воротником. Материал платья мягкий на ощупь за счет кашемира. Ткань с меланжевым эффектом будет актуальной в этом сезоне. Предлагаем вашему вниманию деловое платье из гладкой шерстяной ткани. Акцент на талии создан благодаря вставкам по бокам. Актуальная в этом сезоне клетка предлагается в классическом сером цвете, благодаря чему платье хорошо сочетается как со светлыми, так и с темными оттенками. Это платье замечательно соединяет в себе удобство, комфорт и женственность. Хочу вам сказать огромное спасибо за вашу заботу, внимание, за такой прекрасный выбор. А нашим телезрительницам я хочу посоветовать, чтобы поскорее собирались в Эскаду, пока есть ваши размеры.